KBK KBH 1015 – блендер для поклонников кремовых супов и смузи. Компактное мощное устройство не займет много места в шкафу и подойдет владельцам небольших кухонь. Коробка простая и плотная, комплектация базовая, сам блендер с насадкой, венчик для взбивания, литровый стакан с крышкой и инструкция. Все чаши сделаны из прочного пластика. Они вместительные и легко моются, даже в посудомойке. Металлические элементы сделаны из нержавеющей стали, и их лучше очистить вручную. Сам корпус эргономичный и хорошо лежит в руке, сделан из приятного на ощупь пластика. Над насадкой находится кнопка управления, нажимается легко. Наверху – регулятор, который позволяет плавно переходить между скоростями в зависимости от того, что вы хотите сделать. Быстро взбить безе или аккуратно перемешать тесто. Насадки сидят плотно, не шатаются. Провод у блендера плотный и гибкий. Такой долго не перетрется. Устройство достаточно мощное. Количество оборотов доходит до 16 тысяч в минуту. Благодаря этому он без труда перемалывает сыры и твердое мясо. Но крошить им лед не стоит. Можно повредить нож. Венчиком очень удобно смешивать тесто для выпечки, чтобы оно получилось без комочков. Есть LED-подсветка. Она помогает рассмотреть, насколько хорошо смешался майонез или гаспачо. Блендер BBK KBH 1015 – компактный и мощный прибор для быстрого приготовления домашних соусов, фруктовых коктейлей и супов.